сегодня у меня беда. Кот перевернул мою подставку. Это он любит греть пенопласт. Я думаю, что заметно. У меня такая штука стояла. Ну, как подставочка. Вот тут вот так вот. И он ее тащил. В конечном итоге моя максиллярия выпала. Мои тюльпаны выпали. Ой. И что хочу смотреть, это на корни максиллярии. Что она там фактом. Сейчас будем смотреть. Так. Ну, тюльпаны, это детки тюльпанов, это не страшно, цвести они не собирались. А вот максиллярия меня интересует. И что я вижу? Что корней практически нет. Либо они оторвались, все там остались. Ну, она же растет. У нее вот эта вот бульбочка верхняя, она растет. Каким способом она росла? Это старая, самая первая. Это две следующие. И вот эта вот, которая выросла уже у меня. И, по-моему, еще какая-то у меня выросла. Ой, короче говоря... буду сажать заново. Кот решил наесться пенопласта. Ну, хочу посмотреть, есть ли тут какие-то признаки корешков или нету. Ну, ничего такого прям я не вижу. Хотя тут сложно что-то увидеть. Ну, ничего. Заново ее посажу и все на это. И уберу тут пенопласт. Придумаю что-то другое. Кстати, вот это вот белое, это и есть корешки. Вот они. Вот. Вот раз, два, три. Похоже. Их сразу и не заметить, потому что они такие сплющенные. Ну ничего, сейчас я ее посажу. Думаю, что она не заметит, что она выскочила. И не буду так заглублять, что она у меня, смотрю, была заглублена. Аж посюда села. Посадила, немножко распушила мох, чтобы он не такой был скомканный, чтобы было больше хода корням. И мох влажный, буду поливать ее чаще корневином, чтобы корешки побольше корешков было. И заодно хочу залезть в баночку, посмотреть, что у меня тут произошло. Значит, я ставила листиков очень-очень много. При пересадке своей фиалочки я почистила ей нижние листья, оборвала лишнее. Уже много испортилось, я их выкидала. Значит, смотрите, укоренение в воде без корневина. Значит, это не получилось. А, тут есть корешки. Удачно. Это загнило, не получилось. А, тут есть. Воду я не меняла, просто доливала. Так, нету. Есть корешки. И последний.